вышли гулять. Все вместе, всем семейством. Это народное творчество. Видишь, какое сделали. Да. Камера не сообразила. Показывает, очень темно. Мы в садик бежим, спешим. Да, Семочка? Бежим, бежим, бежим в садик. И там он уже, воспитательница тебя ждет. Вот твой шкафчик, да? Хорошо. Хорошо, вот он твой шкафчик. Вот твои ботиночки. Все, ну пойдем? Да. Давай, пока-пока. Пока-пока. Вот что сегодня на завтрак у деда: кукурузная каша с маслом, батон, кофейный напиток, да, с молоком. В общем, вот такая вкуснятинка. Все, теперь Максима отводим. Ну, беги, Максим. Теперь Максима в садик. Ну, открывай. Ну чего, Максик, открывай. Уже проходи. Давай, снимай. Шапочку снимай. Снимай шапку. Молодец. Так, сейчас буду пробовать готовить песочное печенье. Ни разу, если честно, я не готовила. Ну, может быть, если готовила, то очень давно это было. И, ну, детям, мужу что-то надо приготовить к чаю. Не хочу покупать ничего магазинного сейчас. В целом, во-первых, это и дешевле, и более натурально. Знаешь, из чего ты это делаешь. Ну, и, в общем, я посмотрела рецепт. Подпишу рецептик сообщением, чтобы было все указано для удобства. Взяла сливочное масло. В общем, сейчас мы его перетрем с сахаром. Здесь у меня сахара 110 грамм. По рецепту 150, я просто уменьшила количество, и масло 120 грамм. Четыре столовых ложки молока. Так, кстати, я чуть не забыла, ванильный сахар добавлю для аромата. Все, у меня тесто получилось вот такое, и сейчас я, наверное, буду шарики скатывать небольшие и распределять. Хотела сделать из шприца, но что-то у меня не получается. Так, ну и вот что у меня получилось, и сейчас отправляем уже в разогретую духовку. Пришла в торговый центр, сейчас посмотрю, что здесь интересного. Сейчас
Что у нас такое? Печенье для век. Мне вообще какие-то румяна бы нужны были. Смотрите, сколько масок. И вот что я нашла. 29 рублей. От мимических морщин. Кто пробовал такую штучку? 29,90. Либо 31. Есть еще вот такие. С морскими водорослями. Я вот не покупала как-то ничего. Это что? Маска для глаз 3 в одном. Вот такие цены. А это маска с фильтратом улиточной слизи. Смотрите, что есть. Набор для очищения кожи носа. Такие вот цены. Там какая-то маска еще с гиалуроновой кислотой. Маска на тканевой основе. Смотрите, какие маски леопард, лисичка. Тут вон целая стойка с распродажами. Вот этот крем вообще получается 99,90 сейчас стоит. Интересно, нормально или не очень? Интересно, как он вообще подействует. Туши он для ресниц. 200 рублей. Масочки. Маски по 63 рубля. Разные. Апельсин, яблочко. И вот коллагеновые по 31 рублю. Это получается акции тут все. Вот такая, кстати, у меня вода была. Я пользовалась, полностью израсходовала. Нормальная, понравилась. 139 рублей сейчас стоит. Как вам такая маска с изображением лица? Сделай селфи, еще написали. Что-то как-то в цене очень хочется быть. Лучше хотя бы обезьянкой побыть. Чего не стоит. 63 рубля. Вот, 70 рублей. Такие вот бальзамы для губ. Так, а тут у нас мицеллярные водички. Много их тут вон. По 200 рублей. Скраб для тела. 69,90. Вот такие разные. Мед и кунжут. Вот я бы с кокосом взяла. Я люблю запах кокоса, аромат кокоса. И семена чиа еще. Биокрем для тела. И сюда еще наложили. Никто не покупает, что ли. Зашла сейчас в Золу. Смотрю новую коллекцию. Такие блузочки. Пальто. Неплохо смотрится. Блузка. А, платье 1800. Такой в горошек. Смотрите, какое пальто. Так прикольно смотрится, да? И я смотрю, что сейчас уже вот эти вот в моде нашивки. Стильно смотрится. И кофточка вот эта, очень приятный такой розовый цвет.
мне нравится. У нас стоит джемпер 1800, он стоит. Так, а пальто? А пальто 4000. Платье, бабочка, принт бабочка, ну, такие размахайки. Взяла померить платье вот такое серенькое. Как вам? Это новая коллекция уже, 1600 стоит. Так, и вот взяла вот такую кофточку, которая уже висела. Сейчас решила померить. Бледно-розовый цвет с такими вкраплениями блестящими. Свободная. Здесь вот так. В принципе, неплохо смотрится. Так, и джинсы тоже это другие. Я тоже взяла померить их. Новая коллекция. Джинсы, кстати, мне большевато немножко. Они как-то... Ну, есть место еще, в общем. Надо поменьше размер. С пояском. А, они стоят 1999. Такие вот. Удлиненные. Ну, как удлиненные? Трубами. В общем, сходила я в магазин, сходила в наш торговый центр, немного прогулялась, поснимала там для вас, мерила одежду. Мне позвонила подруга моя и пригласила в гости. Сейчас я забираю детей и к ней поеду по-быстрому. У нас уже где-то около 4 часов дня, надо торопиться. Чем мне нравится Полевской, тем, что смотрите, сколько снега, все чистенько и дороги чистые. И проезжая часть чистая. У нас в городе чем-то поливают таким, знаете, чтобы все таяло. И в итоге получается грязь. Думаю, что купить к чаю. Раз в гости идем. Какие-нибудь тортики или не знаю что. Пироженки. Профитроли. Что-то не знаю, да что взять-то. Чтобы всем можно было есть. Мне, конечно, это все вообще нельзя. Нежелательно. Домовенок, тирамису. Кексы вот эти вкусные. Может, кексы взять? Понравились вот такие вот печенья. Мне кажется, тут хотя бы вес большой. Может быть, вот эти взять красненькие. В районе 100 рублей стоят они. И наверное, возьму зефир. Тоже всем его можно. Песочные колечки он какие-то есть. Такие. И интересные тоже печеньки. Печенье сдобное, Медунов. Их, наверное, мало. Вот этих побольше уже. В общем, вот что я выбрала. Взяла мармелад, думаю, что сама, если что, потаскаю его чуть-чуть, и печенье. Все, мы уже на остановке, ждем нашего автобуса с Семеном. Максим дома остался, мне сложно просто с двумя, если ехать. Я решила Семена взять, Максим там отдыхает дома, с бабушкой играет. Ему там хорошо. И, по-моему, наш уже автобус едет. Здорово, да, Сёма? Киса реально. Вот так, да. Скажи бай, 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 спи. Ну, киса уже не спит. Киса не боится ничего? Не, она добрая, она даже не царапает. Да, аккуратно. Сёма. Мы в гостях.
гостях, я вообще вся вспотела, у меня голова мокрая. Все, мы не ходи туда, не ходи. Пьем чай, сейчас покажу, что еще. Еще у нас здесь фрукты, у Семена тут растишка, конфетки, печенье, в общем, отдыхаем. И пирожки тут меня соблазняют пирожками. Как ты там готовишь? Что готовишь? Кашку варишь? И чай, да? Вот, и чай наливаешь, молодец. Давай. Там чай? Да, вижу. Ой, все, попила. Ну, какую вкуснятинку Семочка кушает. Да. Творожок ешь? Да, да. Угу. Ну, вот, настоящий да, творог. Ничего не видит, сыпет так. На бум. Откуда сыпет? Сейчас и Максимчик покушает. Кушай, кушай. Вот как красиво. Мы пришли на елку в нашу. У бабушки в Полевском. Опа! Да? О, какая Хрюша! Это фигурка Хрюши, и она, видишь, подсвечена. Она из льда сделана. Там он прокат есть, ледянок. Тут, кстати, смотрите, типа банана. Все, мы это не надо трогать. Пойдем к елочке. Елочку посмотрим. Иди. Иди к снеговичку подойди. О, какой хороший снеговичок. Да. Давай с братиком вместе. Ой-ой-ой. Все, все мы погуляли. Семен, бабушка, Максик. Покатались на горках. Хорошо днем. Даже мне как-то больше понравилось днем гулять, чем вечером. Темно, ничего не видно. Тут как-то фонарей очень мало. Нет. Давайте. Хрюша он какая. Так, дети. Сема, туда посмотри. Вон. Вот он.